война теперь недовольна. Танцоры, подождите! Ритка, ну-ка повернись! Рит! Давай-ка, чё как это? Ну чё ты мне жопой тут пляшешь? Давай хоть лицом повернись. Чё со мной? А чё, мотоциклетки нету как бы такой? Есть мотоциклетки. Да, а то мы скорости большие боимся. Нам самое страшное. Да пойдем, ты все равно по-любому хочешь. О, зарядка идет, нормуль. Давай смотрю, так, я верю в вашу половину. Какие-то конкурсы идут. Самый страшный, говорит. Тихо, тихо. О, эти, американские горки бери. Не, а потом мы с тобой. Ну, это, я памперс не взял, ты чё? Девчата, присаживайся. А чё там, вдвоём нам можно? Нифига. А чё самое страшное, блин, это? Вот мы, о, подожди, а я смотри, я в очочках, и это, чё там, одевается вот это? А то вдруг глаза закрой, все равно ничего не увижу. Че, она одна пока, да? Нет, вдвоем. А ты че, ты че поставил? Самое страшное или так? Нормально. Среднее. Американский город. О, блин, надо попробовать. Я тут хочу, блин. А те другие там горки есть какие-то, они страшнее? Да, вот это. Ну я просто на них не знаю. А что, орать будем? А, ну да, все, да. Так, это, пульс проверила. Давку там. Но. Пристегивать. Смотри, как видать. Шлемы одели. Макс, смотри, как классно. О, а чё, шлем не одели на колонне? Ой, блин, на колоннике. Член не одели. Да, член не одели на колоннике не одели. Ух ты, ё. Блин, ну чё плевать-то не будет? А пакетики раздают? Да, под блювашку, конечно. У меня есть один. Это интересно. Вода самая популярная. Вы смотрите. Это, памперс одела, будет интересно. На ноги свои сразу смотри. Маникюр там твой. Ага. Чтоб не отклеился. А он, она вернется сейчас? Он, видать, очкует. Понимаю, охота крепкая, въебал нахуй до утра, блядь. Тут что-то стоит, думаю. А что ты ей не дал-то? Ух ты, нихера! А ты-то откуда тут? Дай граба. Не, да, да. Сейчас в магазин пойдем. Что, тоже с нами поедешь? На колени? Я, да. Любитель, да, 130-го. Вы, говорит, трезвый. И чё, тихо. Чё вы делаете вот на 130-м? А чё, это, без сказок? Нет, вот подожди, вот расскажи. Если вот так часто-то катаешься, чё вы там делаете? Я приехал второй раз за лето сюда. А, я за это лето вообще ни разу там не был. Но мы подошли, какие-то они там необщительные. Это, фу. Как оно мне там и не нравилось, и так и я не буду туда кататься. О, давай сейчас посмотрим. Тихо, тихо, ну подожди, плохо видно. У меня сейчас, ну я не знаю, вот там не очень видно. Ну вот там видно, смотри. О, все, и там видно, во, и сейчас мы сюда подойдем. Так, все, помчались. Еду. Да. Страшно, блядь. А что там нормально? Ну, вас даже не трясет. Да, вижу. Так я знаю. Так а мы потом с тобой так же орать будем. Подожди. Ладно, все. Да меня-то не трогай. Ой,
Да-да-да! О, потекло, потекло! Ритка, потекло! Там мы с тобой в морковой родине. Да-да, ты что, выпало уже, Нет, еще вот каких-то. Это, мне просто. Я вот, видишь, уже морду-то убрал, чтобы мне трассу не видеть. Не-не-не, я просто. Но, смотри, оно в девушке нормально. Я просто не смотрю. У нее ногти выпали. А что не орете-то? Блин, куда? Куда эта тележка меня везет, блядь? Макса, Макс, подойди сюда. Короче, я с ним потом поеду. Примерно вот так вот. Можешь потом держать его? Ты за Наташу держись с другой рукой. И там, и там. Я просто сейчас вас не знаю. Да, 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 да. Похохочем. Не надо, меня болеть на кишне. Дай пакет. Дизней заржал. Дизней порвало. Самый веселый или еще веселее было? Рита, видишь, давай какая-то. Все, тормози, сбылась. Мамочки! Блин, я, наверное, буду орать. Ёбушки, воробушки! Нифига вы! 7.40 еду. Да? Да, вон, красненький, 7.40. Это, автобус бы не пропустить. Вот, ждет, когда выйдет или упадет. А я так на своем рейтинге. Куда эта тележка едет? Блин, ну там второе видео будет. Уже 8.43. А еще, ну, не, ну конечно. И нас с тобой.
Поорать-то, блядь. За полчаса? Больше. За сколько? Да, а, здесь? А, ну вот он. Минуты где-то. О, что-то все. До конца не доехали. Ё-моё! Урезанная версия какая-то. Тихо, а чё потекло-то? А чё урезанная? Особенно последний прыжок. Это, у тебя что-то черкаши сзади. Ну чё? Ну всё, давай всё, пойдём. Макс, кто? Не, я с тобой. Он пусть снимает. Нет, я был у этого. Ну чё, а я не был. Вот, тогда всё. Короче, ну-ка, брат, это... Да. На, я тебе даю, чтобы вот мы там были и ему тот. Все хорошо. Уже видео включено? Да. А, да. Давай, давай. Сейчас посмотрим, как байкеры себя чувствуют. С каменным лицом. То же самое сейчас будет? Да. Покороче, но пострашнее. А? Не надо страшнее. Это что, качели? Не, не, оно. Лучше то же самое. Слушай, а то у меня черный пятый. Черкаши нам не надо. Черкаши? Дураки, блядь. Черкаши, говорит, у тебя какие-то, говорит, там. Я подожди, я с тобой, я еще не хера не делал. Я еще не снимаю. Я камерой пока побалуюсь. О, вот так, пока они там переобуваются, мы так, смотри. Опа, привет. Что привет. Вообще, тут привлекли внимание нормально. Держитесь за руки. Какие послушные. Смотри. Magic V. Я реально боялась. А, то же самое, что столько мне казалось. Я двумя руками вот так держалась за ручку. Потом он не вернулся. Че, уже орать? Ты чё, ботинки какие-то одел-то? Ну, ни хера мне куда ноги там делать. А чё они не двигаются? О, а джинсы мои. А соседа рядом нет, да? Я такая, Наташа, ты чё, уже вывалилась, что ли? Я тошнит, говорит, да? Поворачиваться друг на друга. Это что, по пляк едет на дрезине? А где Байкал? А где Байкал? Опа! Байкерам похер такие. Обычная ситуация, блядь. О, а это что за херня? Посмотри, что тут дети стоят. Это не видишь. Я хотел ногу на ногу поставить. Ногу на ногу, они не ставятся, да? Он все разглядывает, смотри, вокруг, блядь. А ты же прикольно. Сколько, да? Там метров много нет. Уровней так вот. Полтинник. Контр руления не забывай. Что-то напоминает вот это. Как вот там. С немцами там вот это. Приключения там ищет. Бля, забыл, как его называется. Пиздишь много. А что, скорость можно побольше? Что-то 60 километров-то мало. Я бы это, 180 хотя бы.
смотри, какие-то черти. Распаяется. Показывает. Вот. А что они влево уехали? Слишком много вопросов. Макс так напрягся. Ты когда говоришь, что тебе это. Ну, а там-то они уходят в себя, как бы, ну, ты молчишь, прикольно. Но не слышал. Так потому что мы говорим. Вам надо было молчать, по идее. Так ты орала тут. Поближе, давай. Да вообще, что за хазар? Ну что, все, что? Что, не ори. Мне было больше страшнее, когда этот огнеопасный уродец от 10 сантиметров меня чуть не долбанул. У которого тормоза так... Да, да, да. Вот там реально страшно. О, а это кто? Догоняй! Кто такие-то? Догоняй! Ну, за педалями-то крутить, что-то. Ну, ни хера они ебанули-то. Шестисотка, по-любому. Да, а вон 250. Сейчас бы маленько поинтереснее. Да, давай. Трясет. Зима. О, бля, скоро зима сраная. Так завтра уже 1 сентября. О, вот. А чё пути не очистились? Что, не думайте. Это, можно и навернуться было. Ох ты! Ну хера он серит-то? Он большой. О, еще один. О, прикинь, он в курсах был. Догоняй его. Стой, поехали. Больше комедия прикольная. Давно так держал. Смотри, как он слева. Назад смотри. А там огонь какой-то. Наверное. Ой. О, нифига. А как зимой это? Молния там нужна. Видимо, вот как-то может быть, помоги! О, смотри, пойдем! Макс, ну ты крепко держал, у тебя даже шнурки развязались. На черка главное, не смотри. Нет, ну графика как-то... Оплачивать надо сейчас. Да ладно. Так, брат, понравилось? Давно не ржал так с девок. Хохотали там что. Ты в фонтане хотел купаться. Вы не купались еще. Ну? Сейчас на обратном пути купаюсь. Ага. На обратном. Куда я тебе на трамвае? Куда ты снимаешь? Тихо. О. Забанят. Фигушки. О, негры стоят. Ну. А что их заморозили? Ну, стопы. Вот мы же отсюда выходили. Вот мы отсюда.
Да блин, вам. Ну куда все выше и выше, как эти прям песни. И выше, и выше, и выше. О, в Остине я был зимой. Макс, Макс, опять негры. Анди, не за что. Ё-моё, тут народу-то сколько. Так, зову их домой ехать. Не хотят? Давай еще погуляем. Выпить, выпить. Все, я отмазался. Короче, решил домой ехать. Они еще остались. Так, сейчас хоть не 4К, конечно, будет. Ночной режим сделал. Но все равно прикольно снимает. А так, реально уже вообще темно. В общем-то, девчулик увидел, попрощался. Я лучше сейчас до торговли. Ну, вот еще какие-то подъехали. Но все равно мне 130-й как бы для мото не того. Какие-то они необщительные. Ну, толку, чего тут стоять? Еще прокатиться. Народ-то шарится. Так. Все, до Бабра дошел. Еще пойду к торговому комплексу. Эх, не успел. Ну, к торговому подошел. Сейчас на остановку пойду. Так, рынок уже закрыт. Время 8:52. Ну, до остановки добрел. Сейчас будем маршрутку ждать. Пока нету.